Сегодня в Новосибирске открыли Центр профессиональных квалификаций. В нем будут учиться сотрудники Западно-Сибирской железной дороги. Для того, чтобы освоить рабочие профессии, есть все необходимое. Открытый полигон, мультимедийные классы, модули виртуальной реальности и реалистичные макеты техники. Подробности в сюжете Ксении Петренко. Здесь у нас также имеется стенд, поясняющий работу рельсовой цепи. Рельсовая цепь – это основной элемент системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Наглядно мы можем показать, как передается сигнал, как увязана работа со светофорной сигнализацией. Это учебный класс автоматики и телемеханики. Наглядно представлена работа светофоров и стрелок на железной дороге. Здесь будут проходить подготовку и повышение квалификации сотрудники Западно-Сибирской магистрали. Создание такого центра, я считаю, что в первую очередь направлено на то, чтобы сохранить и приумножить самую главную ценность трудовых коллективов Западно-Сибирской железной дороги. Квалификацию, опыт, возможности тех людей, которые совершают сегодня по-настоящему трудовые подвиги и ставят новые рекорды. Учебный центр построили за 2 года. Финансирование проекта больше 450 миллионов рублей. 6-метровый 4К-экран, который позволяет в объеме изучить все элементы подвижного состава. Реалистичные модули помогут наглядно разобрать все детали автоматрисы и крановой установки. Учебный центр открыт. Ура! Но наряду с тем, что вот много технических новшеств, безусловно, здесь и очень важно то, что здесь есть высококвалифицированный персонал. Наши 12 преподавателей, те, которые имеют большую, высокую квалификацию, здесь, я бы так сказал, сплав молодости и опыта. И они имеют возможность в том числе повышать свою квалификацию и передавать этот опыт тем слушателям, которые будут здесь проходить. А этот умный класс уникальный. Здесь в столы встроены сенсорные панели, своеобразные мини-компьютеры. Есть виртуальные очки, где воссоздаются реальные ситуации на железной дороге. Кроме того, есть и общежитие для иногородних студентов. С вводом этого учебного центра можем обеспечивать 100% потребность дороги, но ко всему прочему, безусловно, еще и любой житель, Андрей Александрович, Новосибирской области, который решит связать свою жизнь с железной дорогой, может прийти сюда, получить специальность, при этом получая стипендию, и получить гарантированное рабочее место в нашем большом дружном коллективе. Новосибирское подразделение Западно-Сибирского учебного центра профессиональной квалификации стало 5-м в структуре нашей железной дороги. Здесь будут готовить специалистов по самым востребованным рабочим специальностям. Машинисты, путейцы, вагонщики, проводники, инженеры, диспетчеры, дежурные по станции. Всего до 20 профессий. В год центр сможет обеспечить потребность Новосибирского региона Западно-Сибирской магистрали в подготовке и переподготовке порядка 3000 человек. Ксения Петренко, Константин Менин, новости ОТС.